Здравствуйте, меня зовут Максим, я представитель по продажам компании Евромаг. Сегодня я хочу вам рассказать про наш автоматический ковромоечный станок серии МАЗ. МАЗ, который находится позади меня, имеет 8 щеток и размером 4 метра. Помимо 8 щеток, МАЗ имеет роликовую щетку и граблевую щетку задней стороны. В комплектах наших автоматических станков мы также дарим бак для моющего средства 500 литров, бассейн для смачивания ковров и также тележку. При каждом заказе мы позволяем нашим клиентам выбрать свой желаемый цвет со списка и также установить свой желаемый логотип. Как я и говорил, МАЗ имеет три разных вида щеток. Это наши дисковые щетки, это роликовая щетка и граблевая щетка. Все эти три вида щеток вы можете контролировать, используя сенсорный экран. Сенсорный экран не только позволяет вам отрегулировать скорость щеток, и также отрегулировать скорость конвейерной ленты и каретки. И также, если вы не уверены в уровне очистки ковра, используя сенсорный экран, вы всегда можете вернуть конвейерную ленту обратно. Ковер, расположенный на конвейерную ленту, проходит через 8 дисковых щеток, очищается, далее проходит через роликовую щетку, которая устраняет размеченную грязь и пыль, и после этого переходит на граблевую щетку. На другом конце автомата есть кнопочная панель, которая позволяет вам отрегулировать нашу граблевую щетку. С помощью кнопок прижима вы можете спустить или приподнять нашу граблевую щетку, чтобы схватить за ковер. После того, как ковер пройдет нашу граблевую щетку, он подходит к последней стадии, к системе сворачивания, где у нас встроена щетка нижней поверхности, которая очищает нижнюю поверхность ковра при обертке. Как я и говорил, наш станок приспособлен для 4-метровых ковров. Но если у вас попался ковер ниже, тогда вы можете отрегулировать окошки, снизить ширину ковра и при запуске нашей каретки вы видите то, что каретка не выходит из-за границ этих окошек. При подаче вода, размешанная с моющим средством, подается через наши пластмассовые насадки, которые устроены сверх щеток. Граблевая система имеет два типа щеток и также систему ополаскивания. Каждый автоматический станок, произведен Евромаг, имеет 1 год гарантии и свой ремкомплект. В ремкомплект у нас входят такие расходные материалы, как подшипники, гаечные ключи, конвейерные ленты и наподобие. Еще раз, меня зовут Максим. Спасибо за просмотр.